baggage fees are for your convenience. Thanks for using Los Santos International Airport. Sure, I can use a little Macbeth today. Ну что, братух, теперь надо искать, короче, эту нашу Люську-то. Скажи мне, пожалуйста, зачем мы вообще туда поехали, если у тебя были опасения? Слушай, я думал, я хотел проверить, нормально он будет или ненормальный. Ячейка оказалась не права. Я за это извиняюсь, но теперь надо вытаскивать Люську как-то. Давай мутить тачку. Может, мы вызовем такси? Подожди, такси приехало. Да ёб твою налево. Ну давай, вызывай такси. Ты, ты понимаешь, что это цивилизованная страна, и здесь твое поведение неприемлемо. Ты вот из какой страны? Не делай так глаза. Слушай, я не могу сказать, с какой страны. Я тебе не могу сказать. Не можешь сказать мне, друг детства, с какой ты страны. Вот в своей стране, когда будешь, так себя и веди, а здесь так себя вести не надо. Хорошо, хорошо, ждем таксичку. С тебя, кстати, танец на главной площади, забыл? Стриптиз. Но это ты с Люси потом решишь. Ты не хочешь вызвать ментов и доложить им? Я боюсь, что мы вдвоем не справимся с тобой. С бандой жирных. Чего ты молчишь? Обдумываешь? Поехали в участок. Поехали. В участок хочешь кто там заявить на них? Нам нужно найти стволы и их застрелить. Их нахрен, я считаю. Просто приехать и застрелить. И все. Нет, друг, тут так дела не делаются. У тебя есть деньги на счету, чтобы купить пушки? Да, у меня есть. 80 штук есть, братуш. Ты знаешь, какие цены в магазинах? Да хер знает, посмотрим сейчас. Слушай, таксист, короче, который там это навалил, там им, видимо, информация левая, надо тоже с ним счеты, короче, сыграть. Надо вот мудохать как минимум. Твою мать, сэр! Сэр, с вами все в порядке? Здравствуйте, вы... Да это не игроки, господи. Слушай, похож на какого-то актера, но с ним вроде все нормально. Вы придурок! Таксисты... Смотрите, куда таксисты едете! Пошел ты нахер, сука! Вали отсюда! Ведут себя так же, как и ты, между прочим. Чё долго такси едет? Здравствуйте. Простите. Чё, как у тебя дела-то в остальном? Обиженный террорист. Да нормально. Ибн ГХК без члена. Нормально у тебя все. Осталось только Люську спасти. Мадам, чего вы на меня так смотрите? Вы меня смущаете? Давай отойдем. Машину возьмем, ты запарил уже ждать. Ну давай. Здравствуйте, мадам. Простите, нам было совершено преступление. Нам срочно нужно конфисковать транспорт. Я агент Дон Пердолио.
Прошу вас покинуть транспортное средство. Простите, мы вернем обязательно. Ох, твою мать. Ну ладно, такси. Окей. А, мадам, вопрос решен. Здравствуйте, вы такси? Да, господи. Донни, это такси. А, нас, пожалуйста, сейчас скажу куда, секундочку. Нам сначала магазин Ammunition, а потом в полицейский участок. Сейчас вот сюда, короче, да, в магазин Ammunition, да, а потом... Дорогу, что за чё? Да, сейчас, секундочку, сударь, секундочку. Сначала... Поехали, мне кажется, эта девушка не в себе. О боже. Только не гоните, а то у меня... Желудок слабый. Да. Машина так в таком состоянии, я не обижусь. А, кстати, почему у вас машина в таком состоянии? Мы вроде как Uber Black заказывали. Я пока, знаете, первый день особо не разобрался. Марка, машина. Ага. В разговорах, видимо, еще, да, не разобрались? Именно в акцентах. Слушай, кстати, я тут одно поручение выполнял, если ты помнишь. Да, ты отлично выполнил поручение. Ты наврал про нас кое-кому, и мы из-за этого лишились нашей подруги. Об этом ты не подумал? Подожди, это тот самый таксист? Не понял, о чем. Это тот самый таксист, да, братуха? Я не понял, о чем ты. Слышь, брат, он говорит, что не понимает, о чем ты. Не ты ли лежал тогда у того поля, а? Лежал у поля? Нет. А мы можем заехать на заправку в ближайший магазин? Мне нужно выйти в туалет. Что за черт? Как вы водите? Теперь я понимаю, почему у вас машины в таком состоянии. Слушай, у меня для тебя заказ есть, братуха. Я заплачу тебе очень дорого, если поможешь. Мы потеряли нашу подругу. Ты помнишь, как она выглядит? Я украла банду этих толстаков. Можешь поискать ее для нас? Еще раз, твоя подруга в шапке? Нет, в шапке. Люська, да, Люська. Так, ну я могу поискать. Я приехал на поле, но там встретил далеко не толстых ребят. А кого там встретил? Там были мексиканцы. Мексиканцы. Хорошо, простите, мексиканцы хорошо. Простите, мне очень нужно в туалет. Простите. Я бы вышел тоже, извините. Я уж думал, не дотерплю. Так. А такси чего, уже уехало? Класс. Здорово. Вот так вот. Заказываешь Uber Black. Оно уезжает. Так, где мы с вами? Бульвар Веспуччи. Ты что, уже уехал? Или пошел по-большому? Я что-то не понял. Меня же реально оставили здесь. Ладно, я думаю, что Ибн Гахка далеко не ушел, но нужно, видимо, заказывать еще одно такси и обязательно пожаловаться диспетчеру на предыдущего таксиста. Так, телефон службы такси.
Необходимо такси. Срочно. Спасибо. Никогда мне не привыкнуть к этим оживленным улицам. Все-таки в Гаване на родине было лучше. Какой пончик. Интересно. Интересно, где она его купила? А здесь у нас что? Хука Пэлас. Какой-то отель, видимо. Тоже, наверное, в туалет хочет. Кафе Марокко, и все закрыто. Сэр, аккуратней. Телефон вот так вот до смерти может довести. Видел недавно приложение на телефон. Дон? О, здравствуйте. Да, здравствуйте. А не вы ли нас подвозили в прошлый раз? Именно, да, именно я. Там и куда вы уехали? Был вечер, ночь. Какой не вечер, знаю, ночь? Я отошел посадить за угол, провалы. Вас уже нет. Ладно, неважно. Провалы в памяти, простите. Вы что, тут потеряли меня, что ли? Ты, наверное, в туалет ходил по-большому. Слушай, я уже вызвал новое такси. А приехал тот же таксист. Садись. Так, братух, нас до этого. Да. Да, сейчас я тебе скажу, куда. Нам сначала надо бабличку подснять немножко. Давай-ка вот сюда. Принял. Только я с ветерком, ладно? Я просто привык водить. Братух, как хочешь, так и еди. Я тебя не заставлю. Соблюдать, да, правила дорожного это движения. Ваши машины, ваши права, так что вы рискуете, а не мы. Мы пристегнулись. Я за правила, а что? Я просто переживаю за твою жизнь. Ты мне дорог, ты мой любимый друг. Не забывай. Это хорошо, что... Не знаю, что ты меня обижаешься. Тормози, брат. Да вон же банкомат же стоит, ну что ты проехал? Так я ж красиво. Брат, это банкомат не тот. Аккуратнее, не ожидай. Ну что? Понял. Так, сейчас, секундочку. Простите, у нас просто колесо пробило, видимо. И здесь курить нельзя, кстати. What the fuck? Да, именно. Такой взгляд, как будто я делаю что-то не так. Ну вообще вы делаете... Ты знаешь, я боюсь уже с ним ехать. Нормальный таксист, мне такие нравятся. Сейчас, погоди. Блин, я шляпу потерял. Вот эта шляпа, да. А чё, ковбойская, наверное? Нет, стильная. А что, ковбойская шляпа не стильная, что ли, по-вашему? Давай дальше сюда. Друг, ты что, реально обиделся, что ли? На тебя, что ли, брат? Ну так, брат. Нет, ты что, я на тебя обижаться не буду. Ты что, во-первых, вспомни, где мы находимся, а во-вторых, с чего вдруг? Ты что, братуха, какая дружба, не помеха такой херни, ты что, сумасшедший, что ли? Надо спасать Люсямбу, брат, надо вот это реально решить. Да, надо. Давай на этом сосредоточимся, на месте. Ублюдки. Чем вы им так насолили, что они вас решили? Да, таким они, образом они проучить. Безбашенные жирные чуваки, все. Надо просто порешить вопрос. Здесь тормозни, брату. Вон тут слева. Сейчас мы выйдем. Но ты мужчин-то не забави. Ёжики-морожики. Пойдем.
А, под... А цены под... А вы... Слышь, он уже уехал! Твою мать. Ты прикинь, он уже уехал. Ты уверен, что это такси? Давай другое приложение установим. Там теперь такси Liberty. Ну, у тебя есть, а у меня что, хер с маслом есть. Слушай, ну она стоит 25 тысяч долларов. Ты прикинь, сейчас надо найти этот денежек, заработать, погоди. Ты сказал, что у тебя много денег. Ты мне еще вчера говорил, что купишь мне пистолет. Люська от них оторвалась, брат. В смысле? СМС-ку прислала? Да, прислала СМС-ку, оторвалась. Короче, сейчас узнаем. Надо на хату идти, короче. Мы встречаемся у нее на хате или у тебя? Может, они же наверняка хате, знают, давай. Где она живет. А мы, они смогут опройти. В смысле не смогут? Это же неохраняемый объект. Еще как смогут? Охраняемый, не, подожди. Он кобзец как охраняемый, брат. Не, напиши... Не нет, подожди. Стой. Брат, стой, напиши ей, чтобы... Вон, стой. Да подожди ты, господи, напиши, чтобы она ехала к буквам этот Голливуд или как-то там на вершине. Какой нахрен Голливуд, брат? Успокойся, едем ко мне на хату. Все, успокойся, брат, не паникуй. Ты вообще не умеешь решать такие ситуации, нихера. Да в смысле? А у них же был твой телефон. Они наверняка по смс-кам знают твой адрес. Ты же ездишь на такси. Ты упоролся, что ли, брат? Они нихера не знают. Это жирные, тупые ублюдки, которые только и могут что бить со спины у дубинка, и все. Я тебя предупредил. Брат, ты слишком загоняешься своей секретностью. Надо ехать на хату, и все, точка. Конец истории. End of story, брат. Как здоровье у тебя? Да, все отлично. Даже член уже не нужен. Так, сколько мы тебе должны, братуха? Спасибо. Подождите, пацаны, я так. Я за идею. Брат, слушай, я бы вообще ничего не дал, если честно говоря. Вообще денег на мели. Ну и не давай, спасибо. Спасибо вам большое. До встречи. Да, не, сейчас дам. Что я совсем что ли? Злой какой-то, а? О, какая мамзель. Нет, держи, брат. Добро выглядишь. Счастливо. Хорошего дня вам, сэр. Черт, смотри, там уже какой-то стоит. Красивая сумма. Подождите. Так Люськи дома нет. А в какой квартире? Черт. Какой номер квартиры? Что охренел, что совсем быстрее пошли в дом, быстрее. Так Игорь в какой живет? Квартиры. Он к себе пригласил. Привет, ты с тобой все нормально? Десятый. Быстрее понял. Быстрее пошли, говорю, быстро. Да. Только не пиши, что это Дед Мороз, а то не пустят. Ну ёбушки воробушки, что случилось? Давай рассказывай. Ну ты мне не сказал, какая квартира. Ребята, я вообще, я такая красава, вы себе просто не представляете, вы сейчас просто умрете, что я сделала. Давай. Короче, они же вас вырубили, да? Да. И все, и вы говорить ничего не можете. Я говорю, ну, да. Ну это. Значит, придется вам со мной дело иметь, пацаны, говорю, давайте. Они там начали какие-то намеки недвусмысленные делать, что-то угрожать. Я говорю, вам же информация нужна от меня. Если вы меня убьете, вы ничего не получите. Так что давайте поехали, как бы, что будем делать. Они медиков вызвали, а сами это, боятся же палиться, подставляться. В общем, они увезли меня, чтобы, как бы, когда медики приехали, чтобы они их не заметили. Ну, вы поняли, чтобы проблем не было.
Ну, в общем, мы едем, они говорят, давай рассказывай, давай там шо-шо. Я им, как я умею, короче, заговорила, несу всякую херню, несу. Там что-то про подвалы свои, ну, как обычно. Ну, как всегда, короче. Да. Они, в общем, устали. Да, они устали, говорят, Люся, все, задолбала ты уже трепаться, короче, к делу. Вы нашу траву украли, там, вот это все. А я говорю, я бухая была, говорю, помните, я замерзла, чихала и выпила горилки, 3 бутылки, чтобы это. Поэтому, говорю, была бухая и ничего не помню. Я говорю, давайте конструктив... Да... Молодец, молодец, молодец. Ты стать можешь, ты самый адекватный террорист. А женщина-то зачем ударил? Ёб твою мать. Да случайно, брат, я что-то в какой-то режим вошел, непонятный вообще. Да, боевого кунг-фу, наверное, Люсь. Сейчас вызовем скорую, Люсь, не умирай, Люся. Слушай, сейчас, ну ты главное, что ее не убил, ну, придурок. Тихо, мы тебя не слышим, ничего не говори. Люся, не умирай, Люся. Люсь, сейчас, погоди, вызовем. Я не путевый террорист. А у тебя таблетки дома есть какие-нибудь, может? Таблетки уже нельзя так делать. Слушай, ты так... Они не поднимут, не помогут ей. Бляха, муха, ты скоро никак вызвать не могу. Так. Телефон службы, ёпта. Я пойду посмотрю все-таки. Господи, лишь бы додумались номер квартиры. Подожди. Ибанка какая-то, что твоя квартира? Где у тебя тут аптечка-то? Да нет аптечки, я уже позвонил скорой, сообщил номер квартиры, короче, они сейчас приедут. Зато бухло у тебя есть. Наряд... Да, ты там все бухай, братишка, все бухай. Господи, Люсечка, прости, пожалуйста, я случайно, ты сама знаешь. Это, как вспомню этот, как Бангладеш, операция Бангладеш 4, вспомню, сразу начинается. Хотел сначала Дудони пересеку, да думаю, склеится нахер. Ты ж покрепче у нас будешь, ты ж не баба, в конце концов. Ох, Люсенька, прости, брат. Брат Люсь, брат, прости, брат Люсь. Где курить можно? Кури, конечно. Конечно, кури, брат. Вообще, жесть, что творится? Люсь, а ты что, трусы вообще не меняешь, что ли? Ну, не гоже так спрашивать, ты слушай. Шутить, когда ответить не могут, да? Чё не могу? Она ты бредит, ж в сознании. Она бредит. Она бредит, да. Я бреду тоже говорю иногда. Люська, не умирай, Люська, не умирай. О, есть ты сиденье, вставай, чё ты... Господи, опять башкой ударилась. Ладно, вы тут разбирайтесь, я пока... Не, телек посмотрю, что ли. Прости, что мусорю у тебя дома. Кто еще не бил-то меня, действительно, здесь... Город хоть раз кто-то ударил. Слышь, Люсь, как телек-то включать? Где пульт у тебя? Люся, не вставай. Твою мать. Пульт-то где у тебя от телека? Бегай вниз, посмотри, скорая пришла или нет. Я что ли должен слышь, смотреть? Слышь, Аболтус, конечно, посмотри, скорая приехала или нет. Сейчас спущусь. Ты это, присмотри за ней пока. Спустись, посмотри. Да. Не забудь. Десятая. 1:0. 1:0, слышишь? Хорошо, 1:0. хорошо. 10, иди посмотри 10, за женщиной, 10, присмотри. Вдруг 10, она уже... 10. Люся, ты как, ну Люсечка? Что мне такое, а? Я уже боюсь Люську оставлять одну. С этим чокнутым. Так. Ну, можно позвонить, уточнить. Вдруг они приезжали уже и уехали. Наш травма головы. У обоих причем. Так, ладно, у нас травма головы.
срочно приезжайте. Много крови. Так, мне кажется, кто-то написал телефон. Идиот. Идиот. Саны, идиот, а что ж ты делаешь-то такое? У меня чуть телефон нахер не сгорел. Люся головой ударилась. Ждем доктора. Кто ты себе тачку прикупил? Надо бы тоже обзавестись транспортом, были бы деньги. Требуется ли твоя помощь? Было бы здорово, если бы ты приехал. Сейчас сброшу координаты. 10-я квартира. Здесь, кстати, большая ванная. Так. Ой, секунду. Генри новый, правильно? Отправить позицию. Черт, я запутался в этих телефонах. Старый, новый. На всякий случай, отправить позицию. Иди уже к нам. В смысле ведь? Так, вот она. Скорая. В смысле? Я же должен дождаться скорую. Чего мне пишет? Ну-ка, телефон. История СМС. Врач уже приехал? Может, мы разминулись с ним в лифте? Твою мать. Видимо, разминулись. Как так получилось? Слушай! Ты, во-первых, что-то извини, я твоего странные. Парня не пустила. В смысле? Да, я твоего парня не пустила, сказала ему. Ну, он тут звонил в звонок, я ему не пустила и сказала, что попозже пришел. Я его пригласил, мабуть. Ну, пришел к тебе. Ну, извини, я ему сказала, что потом. У нас важные дела. Значит, рассказывай. Не, ну подожди, тебе. Ну пусть давай он хотя бы подождет внизу. Он, может, и подождет внизу, можешь ему написать смс, чтобы... Нет, я имею в виду, там, в твоей туда. Раздевалке, я не знаю, ну как, я его пригласил, ну нет, это некрасиво. Нет, слушай, я знаю, что он уши греет очень хорошо, я не хочу, чтобы он знал то, что я сейчас расскажу. Ну я его Да ну вас нахер, ну вы че вообще? Вы не можете потом поговорить, хотя бы пригласи его выпить, потом договорим. Слушай,
Что? Я из-за тебя и из-за твоего друга сейчас чуть не померла. Меня 4 потных жировубеля чуть не изнасиловали. И вы мне будете еще рассказывать, что мы сейчас ладно, будем... Ладно, 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 все, все, хорошо, хорошо, хорошо. Как скажешь, женщина. Короче, рассказываю. Посадили они меня в машину. Мы едем, 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 едем. Я говорю, в общем, ну, заговариваю им зубы. В итоге я говорю, давайте конструктивно, что вы от нас хотите? Они говорят, хотим 30 тысяч баксов, или все, или мы вас не отпустим. Я говорю, ну, и что, если 30 тысяч баксов я вам заплачу, вы от нас отстаете и больше не трогаете никого. Они говорят, да, точно, мы вас не, трогать не будем, если ты заплатишь. Я говорю, хорошо, у меня есть две машины. Я давайте, говорю, одну продам, и тогда деньги вам за нее выручу. Они говорят, естественно... Как бы вместе поедем продавать. Ну, то я же баба смышленая. Я вспомнила, что у меня одна машина двухдверная. Я говорю, вот, сейчас мы, да, поедем продавать. Приехали к гаражу. Я выгоняю машину, говорю, ой, извините, пацаны, один только поедет кто-то. Они говорят, ну, вот Стасон пусть езжает. Я говорю, Стасон, ты телефон свой бери. Ой, мой, в смысле, бери с собой, потому что мне надо будет звонить продавцу, который будет машину покупать. Слушай, ты можешь как-нибудь в общем и целом, без подробностей, что хотели, что будем... Да нет, пускай, мы едем. Пускай все рассказывает. Я рассказываю, мы едем с ним вдвоем, как бы, эти двое остались там где-то. Мы едем вдвоем с этим Стасом. Что? Я метку ставлю на карту в рандомный дом, знаешь, такая, приезжаю, кашу под дурочку, звоню в дверь, говорю, типа, Эдди, открой мне там, ну, еще и на английском для эффекту. Вот, там, естественно, никто не открывает. Я говорю, надо в другое место поехать, значит, к другому человеку. Новую метку ставлю. Ну, в общем, мы-то катались, пока этот придурок первый из машины не вышел, а я просто газ удала и уехала. Ну и все. А телефона у него успела еще набрать свой, так что... Ну, нас теперь ищут, я говорю, и теперь и меня тоже. И 30 косарей, я думаю, сейчас превратятся во все 300. Так что я предупреждаю, что мафия сейчас за нами будет охотиться. Слушай, какая точно. Они нахер мафия? Они просто бахулиганы какие-то, мафия они нахер. Ну, пойдем в итоге купить... я не знаю, вот. Надо купить да, стволы, говори. Короче. Надо купить стволы и надо дать этому гею денег, короче. Нам нужно сначала заработать денег. Давайте заработаем денег сначала. Так, подождите. Я сейчас напишу Томасу, может какая-то работка будет, потому что эти парни-то при стволах, у них бабок-то до хера, они у Томаса назарабатывали. Так, а зачем нам стволы? Мы закончили? Я не понимаю. Мы что? Да, мы закончили, можешь звать его. Чтоб в безопасности себя чувствовать, братуха, зачем нам стволы? Если бы мы первые стволы давай, достали давай, тогда, Генри. Они... Я не Генри звоню, я Томасу написал по поводу работы. Да я не тебе говорю, я говорю Педрилье, он уже бедно извелся, посмотри, уже ходить не может, джинсы жмут. Слушай, а вот это бурит, это так, можно есть, без да? подробностей? Ты тогда убери свои подробности, чтобы мы не видели, тогда и будет тебе без подробностей. Слушай, смотри, там это бурит рекламу дает, можешь с ним связаться, короче, это, телефончик у него стрельни, он же твой номер не знает же, правильно? Чего? Прости. Они твой номер не знают. Кто? Чё, прости. Слышишь, сестра, план созрел, ёпта. Давай-ка побури, ты поехали. Делайте, что хотите. Я буду вот купить, потому что у меня уже сил нету просто от вас. Вот, Генри пришел, все, пускаю. Сейчас я пойду, извинюсь перед ним. Да подожди, я первая пойду. Да подожди, говорю! Генри, прости, пожалуйста, дорогой, не хотел тебя обидеть, но надо было срочно переговорить с глазу на глаз. Тут скачок, электричество было, в лифте застрял. Ну, сейчас все нормально, надеюсь, что ты доехал. Ну, может, ты меня прости, да. Хорошо. Идите только внизу, да, пожалуйста, там разговаривайте, потому что... будешь что-нибудь... Ох. Кофе, чай, может быть, покрепче да, что-нибудь? Осталось еще, а то да, я свою я скинула отказался. Через окно. Бутылочки пива. Пиво. Люсь, у тебя пиво есть? Слышь, Ибан. Слушай. Да, в холодильнике бери. Ибан, mm-hmm. Травка осталась у тебя? Пойдем. Слушай, вообще ничего не осталось. Но нам нужно с тобой перетереть кое-что. Пойдем-ка, я не знаю. Так. Вот, держи. Не знаю, какой ты любишь, это светлое фильтрованное, но выбирать не приходится. Ой. Чё, как у тебя дела? Ничего, как так, бизнес? Ничего. Бодрит.
Бодрит? Да, что-то не клеится у меня последнее время с адвокатом. С адвокатской практикой, точнее. А что такое? Чертов коп. Просто не дает продохнуть, чертов коп. Слушай, ну, давай сначала о деле поговорим. По поводу копов. Я тут вчера принимал участие в, я полагаю, не совсем легальных гонках. Дерби на озере, может быть, слышал? Что такое слышал, да, слухи доходили. Ну, в общем, из представителей закона там был этот младший сержант, ну, этот афроамериканец, как его зовут? На Д как-то. Дензел, кажется. Дензел, да. Этот Вашингтон. И шериф. В общем, Дензел, как мне кажется, вел нечестную игру. Он, во-первых, стрелял по колесам из своего шокера. А когда я попытался пожаловаться администрации этого ивента организаторам, он подошел ко мне и ударил кулаком по лицу. Ну, завязалась потасовка, я сбил его с ног, потом организатор меня сбил с ног. В общем, такая заварушка, и я вот думаю, как бы его, так скажем, на чистую воду-то вывести. Я понял тебя. Дело в том, что с милицией что-то в этом городе абсолютно точно не чисто. Потому что другой коп, Эрик Хартман, просто тоже творит какие-то бесчинства, он подделывает улики, придумывает липовые какие-то аргументы, чтобы посадить неугодных ему людей, и происходят просто какие-то бесчинства. Дело в том, что новый судья, который прибыл из округа штата, хочет его тоже вывести как-то на чистую воду. Прости, я закурю. Тоже, я так понимаю, и с Дензелом они вместе заодно. Так, и то есть у нас два копа том, чтобы... и оба взяточники и негодяи, да? Коррупционеры. Да, именно так, похоже. Ну, понятно. Как и везде, в принципе. Ну, видимо, мне остается только держаться от них подальше. Куда там смотришь? Воу. Да, я дальше вижу. Дальше размяться решил. Слушай, какие бицепсы. Давно в зал ходишь? А, смотри, как еще у меня, смотри, как у меня. Воу. А, раз, два... Три. Слушай, подожди, я тоже попробую сейчас, секунду. Так. Ну-ка, давай, подожди. Давай, кто больше? Это, ребята, мы тут отъедем, короче, на секундочку. Куда вы отъедете? Перейдите, пожалуйста, ребят, перейдите, пожалуйста, в квартиру Генри, потому что нам надо отъехать ненадолго. Подождите, а я с вами хочу. А мы можем Генри с собой взять? Так. Нет, мы не можем с собой взять Генри. Все, мы поехали вдвоем, развлекайтесь. Все, а пошли, куда вы едете? Пошли, вы хотя бы... ЖКХ. Слушай, Ибан, смс-ку мне напиши, ладно? Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Я тебе отпишу тогда. Все, давай, братуш, пока. Да. Слушай, а... Ну, раз это чужая квартира, давай, может быть, как договаривались, на пляж, может быть, съездим? Закажешь такси? На пляж? Или на мне пляж. Сказать? Я думал, мы пойдем ко мне, но на пляж мне нравится больше. Нет, ну, больше. Хочется подышать свежим воздухом, выпьем что-нибудь. Я не против. Хорошо. Я знаю, что ты не против. Мальчик мой.